И дверка крашеная, и один хрен лопнула краска. Да. Я боюсь, вот если это... сейчас тронуть, тут лопнутая. Ну вмятину вот эту понянчить, чтобы она меньше бликовала. Вот. Вот и все, попытаться. Это кто тебя так? Двери кто-то ёбнул, блин. Ударил. Это наш жучок. Попробуем. Жуковый. Ну мы не такие смелые. Вот он, дядь Лёша. Снял стекло на всякий случай. Что получилось у нас? Значит, вот она красочка треснула, но тем не менее. А вот эта вмятина, здесь железяка стоит, усилитель. И, в принципе, долазит вот таким крючочком. Мы можем добраться до нашей вмятины, хотя бы распрямить ее чуть-чуть. Таким макаром потихоньку, полегоньку наша вмятинка говорит, что я буду разгибаться туда, куда нам надо. Вот, еще раз повторюсь, вот он дверной крючочек цатовский. Мы его как раз, так сказать, в боевых условиях не получается. И обкатываем. Не. Получается. Не получается этот самый. Блин. Не видно? Не, как-то отсвечивает, бля. А надо вот отсюда. Да. От меня. Сюда. Снимать. Я уже отсюда его. Сверху. Вот отсюда. Сюда надо отсвечивать башмаки. Да. Башмаки? Да. Ну пусть башмаки будут. Все, в принципе, долазит, попадает в верхнюю часть. Ну, сбоку ее, в конце концов. Из конца стороны. Видно, что было, что стало. Вмятинка еще видна. А там вот как раз твой усилитель. Здесь китенком залезем. Ладно, хорош. Потом покажем. Это по-любому красить придется, потому что вот она трещина. Но другу в качестве гуманитарной помощи вот эту вмятинку сейчас постараюсь разогнуть. Почему? Потому что машинка крашеная. Вот. И краска треснула. Здесь вот так усилитель идет. И естественно удар был сюда, и об усилитель настолько сильно, что краска треснула. Вот. Это как бы получается рихтовка под покраску будет. Вот такая противная вмятина. Люди, будьте аккуратными, поскольку кто-то от невнимательности взял и нашкодил. А что будешь говорить? К сожалению, ничего не получилось? Да, скажу, что к сожалению, ничего не получилось. Чуть поковыряли и бросили. Надо было еще снять, что краску я тоже треснул. Вот бы народ порадовался, повеселился. Ну, все равно красить, ну, чуть подвыгнулось. Чуть ровнее стало, и то на полкилограмма шпаклевки меньше надо ложить уже, и то дело. Сейчас полирнем и на базар. Правильно? Да, полирнем, блестеть будет сильно.